В Москве начались съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», который рассказывает об обитателях огромного особняка на Рублевке. За идеальным фасадом богатого дома кипят интриги, и невозможно предсказать, что скрывает каждый из героев. Действия новых эпизодов будут иметь прямое продолжение первого сезона, практически все герои вернутся в него, а также добавятся и новые интересные персонажи. Светлана Пермякова сыграет личную помощницу первой жены олигарха Воронцова, а Владимир Селиванов – регионального чиновника. Среди новых героев также актриса Наталья Рудова. Ее героиня – уверенную в себе и беспринципную пиарщицу Жанну. Сергей Воронцов нанимает с желанием начать политическую карьеру. Помимо звездных актеров, каст пополнили и начинающие актеры, и те, кто был отобран среди участников открытого кастинга. В новом сезоне будет, как и прежде, 16 серий. К своим ролям также вернутся Полина Денисова, Александр Самойлин, Алена Хмельницкая, Сергей Ланбамин, Владимир Афанасьев, Владислав Ветров, Саша Стоун, Ананке Арейру, Екатерина Стулова и другие. Премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» состоится уже этой осенью. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал.